И снова привет, снова я, и сегодня мы попытаемся опять зайти в Бравл. Как вы не говорите, надо будет заходить вечером, так как среди день Бравл тут твой. Бравл это не работает. И мы вот зашли. И убавим звук. Вот. И подарок, и замер. И как, ну и как вы помните, у нас тут... А что за летатель? Не, у нас тут Эдгар. Эпический боец. Забираем его, конечно. Мы все его так ждали. Хотели забрать, да и я вот у него хотел забрать. Тут, кстати, два гаджета. На пене и на трехе. И очки на ковет. Забираем сначала подарочки. И смотрим, какие тут еще скины есть. Какие-нибудь новые. О, скин на Динамайка. Ну, значит, и забираем его. К слову богу, Эдгар. Да. Человечек. Младший тип. Любит паркур. Давайте же его испытаем. Кстати, у меня тут новые квесты появились. Но их попозже выполним. Мне кажется, или убавили трофеи, или мне показалось. Убавили или не убавили. Ну, это не важно, так как вот. Вот сам значок Эдгара. Прикольно, однако, боец мне очень нравится. Еще с первого выхода. Так, гаджет. Пиво за пиво. Сами же очки. Вот пиво за значок обычно. Тут только вот две строчки. То есть два предложения. Младший тип и любит паркур. Ну вот про него прям ничего не написано. То, что он работает с каретой, типа того, какая у него атака. Он просто вот так вот. Два предложения. Младший тип и любит парку. Я не буду шутить, так как если будут фанфики про него же и карет, да, у меня есть. Да, я не буду шутить, так как если будут фанфики, скажите, я их поищу, почитаю. Мне это надо, потому что это мой... Ну, вы же, по-моему, все понимаете, шипер, там все дела. И то, что он не зря так работает с карет, она же с ним вместе работает. Давайте же, конечно же, его испытаем. Ну, однако, прикольный пацанчик. Если вы про него что-нибудь... Ну, мало, знаете, поищите про него Brawl Stars Wiki. Просто загуглите про него, про этого брата, и ищите на первой ссылке, там выскочило. И то, что он, ну, правда, работает с колет. Давайте испытаем его. Я его сразу брать не буду, так как я его буду бегать. Если вам интересно, какие он фразы говорит, то... Ищите в гугле, ну, просто Браво Вики, ищите, какие у него фразы. Ну, какие он фразы он говорит. И он сразу это на русском переводит. Ну, так как у него самая малая атака, ну, да. Звук, однако, атаки прикольный. И у него супер, и у меня уже супер накоплено. У него супер завершается, как у Дэвида, максимум. И такой звук прикольный при атаке. Да, и шаф еще. Он атакует двумя ударами. Эти битки. Ого. Вы посмотрите, это что такое? Я в шоке. Давайте что-нибудь тут. Ну, ульта дамажит. Это странно. Вот я точно вот на робота нажимаю. Прыгаю. И эта ульта не дамажит его. Я только скорость получаю и все. Это странно. Не, ну а боится так прикольно. Мне нравится. Потом почему-то не дамажит. Вот, да. Вот я на робота приземляюсь максимум. Да у него просто супер быстрая зарядка. Ну, атаки.
Давайте испытаем эту ульту на робота. Эта ульта нифига не дамажит. Это странно. И при ульте я получаю скорость на 3 секунды. Давайте с робопуку выйдем. Сразу говорю, очень прикольный боец. Мне нравится. Ну, видимо, его это уже не так уж дамажит. Давайте испытаем его в дружеском мою. Надеюсь, у меня катка не вылетит. Давайте пойдем в ШДшку. Так, потусовка на локоне. Я думаю, он подходит для него. Так, одиночка. И идем играть на него. Не понял. Это шумит вот такое. Я не понял. Итак, ребят, у меня что-то дружеский бой что-то вообще не загрузился, поэтому я перезайду. Да. И, к сожалению, у Эдгара только пока одна пассивка. И то она наносит еще урона всем врагам близости. Да, только одна. Да. Мне, конечно, на эпиков не очень везет. У меня только плейм есть из эпиков. А так больше никто. Ну и 4 мифика, но это лишнее. Да, у меня выпал джин недавно. И вот плейм она у меня долго здесь. Мне никто после нее не падает. Нифига никто. Наконец, у меня хотя бы второй мифик есть. Ой, эпик. Это Эдгар. Убийца, кстати говоря. Не, ну фразочки он, конечно, прикольно говорит, если честно. Если вы, конечно, его на русский переводите. Если вы сочете в Вики, конечно. Ну и, кстати, на него значки прикольники. Особенно мне понравилось вот это вот, которое... Он там со срезкой, просто одна среза. И там вот такое вот прикольное сердечко нарисовано. А вот это вот, вот самое... Да, он просто вот так вот анимацию вот эти звездочки делает. А палец у него типа... Ну, фак. Да. Давайте испытаем его лучше в дружеской. В общем, тебе для этого нового бойца поставлю к себе на аву. То есть на аватарку. Так, где он? Где мой наш любименький? А, вот он. Я его... Простите, или потеряю. Теперь у нас... 42 бравера. Ну, не считая, конечно, шоу, которого я избрала. Ставим его к себе на аву, как это делают почти все. И что, да, у меня, да, и сейчас сок требуется. Не удивлюсь, если еще один кого-нибудь бравер будет. Ну и, кстати, скидка на Байрона, она... Ну, я думаю, она у всех до сих пор идет. Вот, вот. Ну вот. Мне кажется, этих двух брайверов максимум, блин, потом пофиксит, если они будут имбовыми. Давайте сначала посмотрим клубы, то есть эти. Списки лидеров. Вот бойцы. И сейчас посмотрим, какие кубки уже попали на этом новом брайвере. Ну вот уже, ну вот какие-то Рики апнул его. 16 кубков. И не... Ой, господи, сколько тут... Сколько тут игроков, которые его получили. Вот его даже на фаталку к себе ставят. Его уже апнули на 600 кубков. И половину у всех игроков есть броупасы. Но это неудивительно. И только один игрок апнул его на 1000 кубков. 36 кубков, где пойти? 10 сира, 30 ранг, 120 кубков. И еще Байрон есть. Ну, это, конечно же, и Бувинг. Изначально. Ну, и посмотрим на Байрона сколько всего. О! Мне кажется, это один и тот же человек. Нет, у него
488 кубков на Эдгаре. Давайте испытаем игрушечку мою. Ну, наверное, да. Не будет, конечно, загружаться. Блин. Давайте испытаем его тогда в обычном бою, если такое вот дело имеется. Ну вот как испарность так на вене, давайте пойдем вот туда вот. И попытаемся хоть где-то вот поиграть. Спокуска до сих пор идет. Мне кажется, то, что что-то не так. Скажите, это не у меня одно такое вот долгая загрузка? Неудивительно, если я в бой даже не могу зайти. Надеюсь, что то, что точно завтра это пофиксит, так как, ну, те, кто в Рашке живет, я очень, ну, соболезную тех, кто смог зайти за него поиграть. Не спутала, не спутала в этом дружеском бою, или... И спутывать его в тренировочной пещере, ради бога. Ну давайте тогда завтра увидимся. Надеюсь, у меня получится в него поиграть завтра. Вот.